Сегодня в онлайн-режиме проходит очередной этап выборов директора Депспорта Югры. На специальной конференции действующие спортсмены, тренеры, ветераны оценивают программы кандидатов. Какими они видят развитие отрасли? Отмечу, что к этому этапу допущены 12 соискателей. Они уже прошли проверку на квалификацию, тестирование на личностный и профессиональный потенциал. Завтра в эфире телеканала «Югра» пройдут дебаты кандидатов. Одновременно будет организовано телефонное голосование. Любой житель округа сможет выразить свою поддержку понравившемуся кандидату. Отмечу, практика общественного отбора в Югре реализуется уже 8 лет. Она позволяет учесть мнение общественности и представителей профессионального сообщества. В соответствии с поручением президента Российской Федерации, до конца текущего года предстоит утвердить обновленную стратегию развития физической культуры и спорта на ближайшие 10 лет, разработать концепцию развития детского и юношеского спорта. И наша сегодняшняя конференция, безусловно, будет иметь важное значение в выработке соответствующих региональных документов отраслевого развития.